Добрий вечір. Це тема дня в студії Аня Тарашевська. Сьогодні ми з вами дізнаємось про те, наскільки підвищиться вартість проїзду в міському громадському транспорті. І як від цього підвищення зміниться якість перевізників. Дізнаємось про це у начальника управління транспортного комплексу зв'язку та комунікації Миколаївської міської ради Олега Манушевича. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Олег, добрий вечір. Добрий вечір. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію. Приємно вас бачити в нашій студії як енергійну ділову людину. І я думаю, що ми з вами встигнемо розповісти і відповісти на усі проблемні питання, які зараз пролунають. З 11 червня вартість проїзду в Миколаївському електротранспорті складе 3 гривні. Про це повідомив начальник управління транспортного комплексу зв'язку та комунікації Олег Манушевич, наш сьогоднішній гість. 8 червня питання про підвищення тарифу розглядатиметься на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Олег, будь ласка, чи покращить така ціна взагалі ситуацію на підприємстві? Добрый вечер, Анетта. На сегодняшний день мы понимаем, что те цены, на которые мы хотим повысить стоимость проезда, конечно, не решит всех проблем горожан города Николаева. Это те расчеты, которые на сегодняшний день были произведены. Мы заметили, что с 2015 года не было никакого изменения в тарифе. На сегодняшний день изменилось первое. Это заработная, минимальная заработная плата. Это повысилась электроэнергия, стоимость ее. Повысилось топливо, которым заправляются наши транспортные средства. Масло, ремонты, запчасти, все остальное. Эти расчеты мы произвели усредненно. То есть на сегодняшний день, понимая, сколько получают зарплату работники транспортной отрасли, мы это свели в какой-то, скажем так, минимальный, скажем, формулу, вот, по которой получили среднюю цену. Она, наверное, не соответствует, а может быть соответствует. Мы посмотрим, если исполком примет такое решение, это не обязательно будет 8, это предварительно мы подготовили в законном порядке, вывесили на сайте это объявление, прошли все комиссии, транспортные, бюджетные, все в исполкоме и вывесили как бы это объявление. Это просто исполком у нас планируется ближайший 8, соответственно на 8, если примет исполком такое решение, то с 11 планируется это ввести. Но это, еще раз повторяю, не обязательно может произойти. Это первое. Повысит ли это качество наших перевозок? Изменит ли ситуацию на предприятии Миколаев Электротранс? Думаю, что нет. Почему? Первое. Мы с вами первое, что хотелось бы сказать, что те цены, которые будут, там, к примеру, с 11 числа, мы с вами понимаем, что электротранс начнет собирать немного в кассу больше денег, чем до сегодняшнего момента. Но это не значит, что он решит все свои проблемы. Мы продолжаем дотации из бюджета города на, скажем так, на те наши пильговые перевезения, которые мы необходимо выплачивать электротрансу. Мы должны давать ему на развитие, на ремонт колеи, на замену, вы знаете, опор, где натянута на стролея, на ремонт троллейбусов. Звичайно, там дуже великі витрати. Там много затрат, которые мы, ну, не решим этой одной гривной. Понятно, что больше мы не можем, потому что, ну, у нас не такие... Тим, Олег, я перепрошую, що ви пропонуєте вартість проїзду підвищити до 9 гривень. На засіданні комісії, що ви сказали, що економічно обґрунтований тариф 9 гривень. Чому? Коли на комісії задали цей вопрос, то ми просто взяли общую суму, яку збирає електротранс за год, розділили на кількість тих перевозимих пасажирів, які у нас є, і вийшли на цю ціну. Це теж примірна цифра, вона, скажімо так, на сьогоднішній день нічим не обусловлена, це просто кількість грошей, які ми збираємо, поділили на кількість перевезених пасажирів. Больше из этого, ну, это не истекает, что это должно быть 9 гривен. Опять же, я хочу сказать, что мы оцениваем, и из нашего опыта, скажем так, совместного, мы понимаем, что должен быть зазор между автомобильными перевозками и электротранса. Поэтому мы держим этот баланс. К примеру, 3 гривны электротранс
5, которые мы предложили для автобусных, скажем так, перевозчиков. Если это будет меняться для электротранса, также будет меняться и для автомобильных перевозчиков. Сьогоднішній тариф 2 гривні не компенсує витрат, але вартість проїзду в 9 гривень перевищує вартість проїзду у маршрутках. І тому люди будуть думати, що а як же в 9 гривень в тролейбусі, в трамваї, а в маршрутці, ну, наприклад, 5 гривень, якщо буде підвищення. Втім, ми повернемось до цього питання, тому що у нас є дзвінок, давайте послухаємо. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Я хотела бы узнать судьбу вот этого автобуса 76-го, который катастрофически перестал ходить примерно полгода, потому что мы зациклены на этом маршруте, это объездная. Там школа общеобразовательная первая. Как этот вопрос решаться, будет или не будет, или что вообще нам делать в этом районе, потому что другого транспорта здесь нет. Хочу сообщить, да, вопрос понятный, он наболевший. На сегодняшний день хочу сообщить всем нашим гражданам, у нас не только нет 76-го, из того анализа, который проведен на сегодняшний день управлением, мы имеем как минимум нехватки подвижного состава почти 20%. Нехватки водителей 36%, потому что они все практически у нас с вами выезжают либо в другие города, либо вообще за границу, потому что зарплаты уже наших соседей отличаются от николаевских. На сегодняшний день могу привести два примера. Зарплата у нас 6-7 тысяч у водителей, уже Одесса-Херсон предлагает для водителей 11. Приезжают к нам в город и, как говорится, перекупают таких. Мы с вами понимаем, что водители в Польше – это минимальное 600-700 долларов, а то и до 1000. Поэтому на сегодняшний день те маршруты, которые вот непосредственно задавали вопрос, которого нет, действительно, транспортного средства нет, которые водители не могут обеспечить на сегодняшний день. Мы будем эти маршруты, там, где нету перевозок, мы разрываем договора, будет проведен новый конкурс, и мы будем привлекать новых перевозчиков. И тоді впродовж теми, але у нас є знову дзвінок, давайте послухаємо. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добре. Приятно, що передача посвящена транспорту. Є вопрос, который можна решить и очень оперативно, не оперативно, но с меньшим затрат денежных средств. Вот шестерка троллейбуса, она доходит до больницы Новолодарского, сейчас называется экипажная. А если этот маршрут троллейбусный продолжить в ракетную рощу на конечную остановку? Во-первых, на конечной остановке там есть кольцо 82-го маршрута, 82-го, 81-го, кольцо. Это получается до 9-й военной и по привольной. Вот эту букву «Г» сделать, электрифицировать, и такой кусок работы, он такое сделает доброе дело для ракетной рощи, что это результат будет ошеломляющий. Дійсно, ви... Есть ли такая перспектива в планах у товарища Олега Манашевича, правильно сказал или нет? Да. Кстати, я лично знаю его, это хороший организатор, спасибо вам. Организовали очень хорошо перевозку на кладбище, поминальный день, очень образцово. Бачите, у людей слава прийшла. Я был участником, и мне даже помогли уехать оттуда. Я с палочкой был, вы, наверное, меня помните. И я дал ряд предложений, они зафиксированы. Очень приятно, что эта передача сейчас существует. Спасибо вам. Олег, будь ласка, чи можна зробити спасибо. Такий план? На сегодняшний день мы рассматриваем три направления, которые мэр поставил задачу, Александр Федорович. Мы рассматриваем, вы, наверное, знаете, давно для города стоит проблема по Намеву. Троллейбусная, скажем, линия рассматривается. Не закрытый у нас Корабельный район. Вот. Также Ракетка. Мы это все рассматриваем. Это, вы сами понимаете, большие инвестиционные деньги. Сейчас это просчитывается. Но попросил бы всех, кто болеет за город и как бы переживает, как и я, все горожане. На сегодняшний день у нас есть проект «Сталой мяской мобильности». Мы сейчас ждем те результаты, которые нам покажут,
где что, либо продлить, либо уменьшить какие-то перевозки, либо сократить какие-то маршруты, и мы всю мережу, которая у нас есть, скажем так, и электротранс, и автобусного, туда же будет включено и речной наш трамвайчик, то есть будет задействовано все. Подъезд железнодорожный, на железнодорожном вокзале будет подвоз, когда подходит поезд, будут подъезжать и троллейбусы все вовремя, и маршрутки. Это все будет рассчитано, все показано, все приведено в порядок. Тобто є не лише надія, а можна сказати, що є впевненість в тому, що ці плани будуть реалізовані, так? На сьогоднішній день, да, це буде виконано 100%. На сьогоднішній день ми зараз все просчитуємо. Тобто на першому етапі у нас перша задача, це поставив Олександр Федорович нам задачу підписати меморандум, який буде підписаний вже 1 числа з візою, який будут инвестировать нам валидаторы, которые мы примерим на всем электротранспорте, то есть во всех троллейбусах, трамваях будут стоять валидаторы. Теперь у нас будет полный контроль, расчет картами, будет даваться билет и все остальное. Из того, что у нас останется еще из запасов, мы отдадим эти валидаторы на маршрутные такси и будем контролировать тоже и там. То есть мы уйдем от тех билетов, которые были. Кто-то купил, кто-то не купил, где-то пришел контроль. Квитки в маршрутках вообще не дают, да. Поэтому мы к этому вопросу подойдем, будут эти валидаторы, будем просить также тоже и телевидение, и средства массовой информации, все как бы привлечь и на подписание этого меморандума, и при внедрении, чтобы все увидели, как это работает, какое улучшение мы с вами заметим. Все те, которые льготные перевозки будут пользоваться наши граждане, они тоже будут получать билет просто с нулем, вот, до того, как мы введем монетизацию. То есть это все здесь уже в планах есть, оно действенно вот уже будет выполняться на сегодняшний день. Олег, будь ласка, повертаючись до питання підвищення тарифу, ми з вами зупинились на тому, що 9 гривень електротранспорт, і це означає, що в маршрутках повинен бути ще більше? Так точно, да. Это будет, должно быть в том сегменте, где вот, к примеру, 9, а там 11. Но это опять 9, это примерная цифра, которую просто посчитал электротранс и дал нам, показал все затраты свои. То есть на сегодняшний день мы с вами видим, что электротранс и 2, и 3 гривны его не спасают. Мы его дотируем все равно из бюджета города. Втім, в европейских країнах такі підприємства, як наш Миколаїв Електротранс, не є прибутковими. І так вони точно фінансуються з бюджету на 90%. Да. У нас на сьогоднішній день ми із того, що ми бачимо, наверное, 95%. Мы как бы датируем наше это предприятие. И улучшения нет, вот о чем. Поэтому надо в корне менять программу, подход к этому. То есть все, что мы делаем на сегодняшний день, вы, наверное, знаете, что наш мэр Александр Федорович встречался с президентом, и с президентом ЕБРР. Так, и да, он поведомив его про наши так, проблемы. Точно, проблемы озвучены. На следующей неделе мы уже едем встречаться с президентом ЕБРР. Вот. То есть мы хотим предложить тот вариант, который мы видим для нашего города. Сколько необходимо трамваев новых, сколько троллейбусов, сколько, скажем так, автобусов большой вместимости, чтобы закрыть, к примеру, Корабельный наш район, чтобы закрыть Матвеевку, закрыть Терновку. То есть те проблемные моменты, они стоят в первую очередь. Мы об этом обсуждаем, ну, наверное, два раза в неделю с мэром обсуждается только вопрос транспорта, вы же понимаете. И мы над этим работаем. На сегодняшний день те все замечания, которые, наверное, на сегодняшний день могут люди нам позвонить и пожаловаться. Дверь всегда кабинета открыта, транспортного управления. Мы принимаем заявки, оперативно их отрабатываем. На сегодняшний день набраны все работники, главные специалисты управления. Все на сегодняшний день проводят проверки, которые мы запланировали. Вот, будут сделаны результаты. Недобросовестные перевозчики не будут выполнять перевозки в нашем городе. Мы будем разрывать договора и как бы применять к ним всі ті міри, які в законному порядку нам дозволяють це робити. А повертаючись до питання тролейбуса і трамвая, здебільшого в цьому транспорті їздять люди похилого віку і пільговіки. Тобто, як ми вже зазначили, що це підприємство не є прибутковим. І все ж таки, як зробити, щоб воно було прибутковим?
Следующим этапом после электронного билета, согласно постановлению 197 Кабинета министров, мы знаем, что вводится монетизация. Монетизация имеет две составляющие. Это, как я считаю, социальная справедливость. То есть люди, которые не пользуются, к примеру, электротранспортом, ну есть же у нас такие районы, вот, то они несправедливо обижены тем, что им не компенсируется, они не пользуются этим. То, ну какая же причина? То на сегодняшний день, выдавая, делая монетизацию, мы всем людям раздадим деньги. И тот, кто захочет, пусть пользуется электротранс, кто захочет, пусть пользуется маршрутным такси. Кто следующий, ну, то есть этот вопрос будет решен. І ще питання, якого хотілося б торкнутися сьогодні, це зміна схеми руху автобусів по Миколаєву. Ми вже його торкались, цього питання. Наприкінці травня виконавчий комітет міськради ухвалив зміни у схемі руху автобусів. З чим це пов'язано, будь ласка? Перше, з чим це связано, з тим, що та себестоїмость, яка була на сьогоднішній день, вона не окупала. Тобто підприємство прийшло і принесло письмо зовсім відмовитися від цього маршруту. Звісно, ми не могли цього допустити, от, тому було предложено ісполкому, да, схему, по которой может он сократить километраж, там в рамках постановы 1081, допустимо там до 25% это сокращение. Мы вынесли это на исполком, рассмотрели, исполком принял такое решение, и мы сократили график движения. Да, в дальнейшем, если будет, скажем, по той программе, которую мы смотрим, необходимо будет изменить всю маршрутную мережу, или, как, или именно этот маршрут, мы его либо восстановим, либо уберемо його зовсім. А, будь ласка, як вираховується економічно обґрунтований тариф, наприклад, на маршрутках, якщо неможливо підрахувати, скільки пасажирів перевозять, взагалі, скільки перевізників виходять на лінію, як тоді можна підрахувати це? На сьогоднішній день це найскладніша тема, але вона існує, методика по цьому підсчету. Коли всі говорять, що невозможно посчитати пасажиропоток і все остальное, це не так. Во-первых, пасажиропоток считался в Николаеве, по-моему, в 2014 или 2015 году. У меня остались документы, которые я смотрел, делался целый аудит, проверялось. Есть несколько методик подсчета. На сегодняшний день существует одна из них, это у нас применяются студенты, которые берут ручку, планшеты и ездят по транспорту и подсчитывают. Привлекаются, скажем, там, видеорегистраторы. На сегодняшний день мы привлекли с компанией... Драховываете поголовно? Так точно, да. На сегодняшний день мы привлекли счетчики пассажиропотока, и некоторые, наверное, граждане заметили в электротранспорте, то есть в троллейбусах и трамваях стоят над головой, в маршрутках мы поставили на каждый маршрут, мы выбрали по одной маршрутке и поставили эти счетчики подрахунку. То есть у нас будет до исполкома, до 8 числа, чёткий пассажиропоток. А, тобто підрахунок ведеться? Конечно, однозначно, он ведется. Поэтому билеты – это такое дело, вы же знаете, может продаются, может их выбросил водитель и все. Мы дадим точные данные, погрешность, по-моему, составляет 2 или 6%. Вот. Поэтому за это не надо переживать. Скажем так, Александр Федорович тоже проводит, скажем так, рабочие совещания и с общественностью, и мы привлекаемся к этому вопросу. Тоже все говорят, что нет у них понимания. Это понимание есть. Мы его выложим, мы покажем, мы презентуем, как это считаем. Мы доведем до каждого, что это на сегодняшний день с теми цифрами, которые дают перевозчики. Да, это сложно. Они дают свои расходы, свои затраты. Мы это все понимаем. Есть вопросы там, где они спрашивают, а на чем ездит перевозчик? То есть показывает, что это на дизельном топливе, либо на бензине, а ездит на газу. Да, на сегодняшний день запрошены все данные, которые просила общественность. Мы получили данные и от перевозчиков, и с МРЭО нашего центра. Все это будет подтверждаться. Александр Федорович это получит в свое управление. Посмотрим, если там все подтверждается, будем выходить з цими питаннями на ісполком. Ще 26 січня цього року в нашій студії Олександр Садиков, який тоді представлявся заступником міського голови, хоча так і не був призначений на цій посаді, розповідав про грандіозні плани. У нас є фрагмент, давайте подивимося, адже хотілося б почути про грандіозні плани. Будь ласка.
Сейчас на окончательной стадии переговоры с двумя международными банками по получению кредита и окончены переговоры с украинским банком по получению кредита. В результате мы должны получить плюс к нашему подвижному составу порядка 100-150 единиц техники. Современной, не бэушной, а современной техники. Это будут порядка 50 троллейбусов и порядка 50-100 автобусов. Уже цього року? Да. Автобусы средней и великой мискости? Мы не сможем всю партию в 150, нам ни одно предприятие сейчас не поставит, но получать технику мы начнем, по моим расчетам, но во всяком случае мы будем делать все для того, чтобы это было как можно быстрее. По моим расчетам это будет октябрь-ноябрь месяц. Это приход первой техники. Автобусы будут большие, 9-метровые, 12-метровые. Троллейбусы будут 12-метровые. Нагадую, що цей виступ був 26 січня, зараз ми маємо 30 травня. І, Олег, будь ласка, чи насправді існують такі грандіозні плани, про які мовилось? Плани, підтверджую, що такі є. Єдине, були складності, я так розумію, і господина Садикова, не було мера, не було розуміння з обласної адміністрації. На сьогоднішній день підтверджую, що Олександр Федорович договорився з президентом ЄБР, доложив нашому президенту. Я думаю, діла пойдуть швидше, всі наші плани будуть виконані. Ми проведемо і електронний білет, і монетизацію, і єдиний диспетчерський центр. Ми будемо бачити пошагово движення кожного трамвая, тролейбуса, каждой маршрутке. Мы постараемся еще и на остановочных комплексах повесить табло и будем все видеть, чтобы было гражданам удобно пользоваться нашим транспортом. Ну, потому что у большинства мест Украины на маршрутках немає таких дрібних автобусов, как в Миколаеве. И про то, что будет збільшена кількість великих та середніх автобусів постійно, про це мовиться, але все це в майбутньому. В недалекому майбутньому? В недалекому. На сегодняшний день в каждом городе есть, мы с вами понимаем, маленькие эти маршрутки, руты и все остальное. Где-то они получше, где-то похуже. Их нельзя вытеснить. Их у нас очень много. Их у нас почти 600. Поэтому, конечно, заменить их сразу в одной части автобусами и троллейбусами, как говорили до нас, ну, это сложно. Но постепенно мы это сделаем. Мы к этому стремимся. Тобто ви як реальна людина, яка вміє рахувати? Конечно. Пусть это не будет 10 или 50, пусть это будет 2. Ну, ми це зробимо. І ще одне питання, я думаю, ми встигнемо. Будь ласка, можливо, кілька слів. Як здійснюється контроль за виконанням перевізниками своїх зобов'язань? Кілька слів. Буквально кілька слів. Главные специалисты управления выезжают каждодневно на маршрут, выборочно по плану, которого проверяется. С нами привлекается Укртрансбеспек, нацполиция. То есть нацполиция проверяет на алкогольное спьянение, там, на технические какие-то данные. Трансбеспека тоже смотрит свою технику и все остальное. Мы смотрим документы, которые принадлежат, график движения, скажем так, отклонения, в каком состоянии водитель, то есть страховки, аптечки. Огнетушители. Все проверяется. И там, где есть нарушение, контроль здійснюється постоянно. Постоянно составляются акты, потом дается 10 дней на усунення этих, скажем так, недоліків. И мы это все делаем. Олег, спасибі вам. Ми сьогодні, друзі, говорили про миколаївський електротранспорт і взагалі громадський електротранспорт, якість, вартість. Разом з начальником управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Олегом Манушевичем. Наш ефір закінчено. На все добре.